я с ранником, я бы хотел этот класс отдать Олегу Агибаловичу, это данный Кедровский край, школа Герамкай. Он непосредственно в свое время учился в Сан-Диего у Чиба Сенсея, основателя школы Герамкай. Вот, и я думаю, будет вам интересно, он очень методичный, очень последовательный для меня, чем он мне и дорог, как говорится, не только как человек, который себя я. Поэтому... Представьте, что у меня здесь нож, и так он меня не пускает, но здесь слабое место локоть. Так, я отхожу здесь, начинаю его атаковать. Он уходит, да, вот такой линии, дистанция. Так, контакт, него, он отвечает. Юра делает связь не мимо, а в него. Сначала в него, теперь сюда, есть дистанция. Если он будет держать здесь, это плохо. Вот здесь сразу. Раз, два, вращение. Прямо, вращение, как с оружием. Вращать, вращать, вращать. И не плечами. Центром. Плечо мягкое, контакт плотный. Ай, шмас. Мы обращаем внимание, что нельзя стоять на этой линии. Да? Это связано с работы с оружием. Поэтому ваша атака не за руку идет, а проецируется на его основу опять. Это все равно, что я наношу движение да, туда, от центра, да, него. Поэтому меня не рука интересует, а именно он. И так больше контроля. Больше контроля. Поэтому позиция, да? Чуть-чуть. Да. Но не мимо меня. Да. Локоть, нож. И он опять, да, делает такой укинь. Остается лицом на меня. Здесь, спини, здесь, 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 здесь. Позиция. Он должен оказаться поперек вас, чтобы вы могли потом его, да, продолжать атаку. Атак. Позиция.
тащим, а контакт, да? У вас есть? Нет, нет. Нога сюда, рана какая. Я по-прежнему нахожусь, да, в состоянии атаки. Моя позиция атакующая. Не так. Да. О, да, вот. Поэтому должен быть здесь. И да, уступить. Представьте, что это, да, арматура туда летит вам. Тому еще раз. Здесь. Я атакую отсюда. Да. Он занимает позицию объединения. Вращение. Я очень неподвижен. Как я могу, да, двигаться? Я двигал. Моя позиция. Меня сейчас не интересует падение, да? Меня интересует позиции. Есть. Меч. Меч. И я рублю ему спину. Тынка. Это тынка. Есть. Есть. И постараться мягко, плотно. Пропустить его. Есть. Есть. И аккуратно. Надо вот встать в позицию, выровнять нельзя, поднять его, сделать угол правильный, и здесь уже, да, закончить. Ай, шиканаги, ура, я тут ко мне. Если я просто так буду держать руку,
может случиться такая вещь, да? Поэтому некоторые делают здесь езде. Но я предлагаю помимо этого вот этот локоть делать рабочим. То есть он у вас по-прежнему туда работает. Но не локоть, а ваше тело. Но вы как будто накручиваете его. Да? Эта рука встает сюда, и вы поворачиваете тело. Да? Юра забирает мою руку. Да? Прямо вниз вперед убирает. Раз, хорошо. Еще раз забирает. Да? Нет. Потому что здесь. Дальше. Здесь. Да? Оп! Здесь. Все. Совсем не видно, но все-таки. Чем мне делать свой рабочий? Контакт. Спасибо большое. Так делать. Идти в комнату. Спасибо. Молодец. Очень жестко. Так сломается рука. И она неэффективная, потому что вы ее уже, да, закрепостили. Жесткость нужна в определю, как не жесткость, а тонус. Есть разница между тонусом и между вот этим. Чуть-чуть. Так. Правильно надо чуть-чуть, да? Понимать. Давайте. Опять этот уголок. Пич. И да. И подвигаешь. Сам. Какая позиция. Можно так. Есть. 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 Вот. Центр. И. Вам.
это там будет повреждение. Да. И не ТНК, как делается. Не помню, да. Твое тело попадет, да, в проблему. Я вас атакую, вы делаете. Не быстро, спокойно, да. Купюхом. Ноги поменяйте. Подними меч. Просто не надо меня смотреть. Поворачивайтесь. Мой центр должен двигаться сюда. Верхняя часть стать еще мягче. И теперь, да, вот это место должно туда забежать. Иначе, если я буду слишком гадкий, вы чей не достанете, тем более, если это будет оружие, а не руки. Есть выпуклость? Оп, соединяться. Контакт. Аккуратно. Целостность, да? Контакт. Шамануч. Ха! Опять. Есть. Вот. Аккуратно. Теперь. Еще интереснее, если успеете и успеете. Это сложно. Сама идея, да? Что вы должны очень, да, своевременно оказаться вот здесь. Есть. Он не видит, поэтому он будет поврежден. Я бы хотел, чтобы вот больше внимания обратили сейчас не на руки, а на позицию. Да? Вы должны войти в это место и оставить свою силу здесь, чтобы малейшее движение уже, да, сказалось на вот этом месте и на его центре. Через локоть я должен забрать вот это все. Еще. Оп, туда. Оп, так. И уже начали. Ты меня контролируешь, да? Я начинаю тебя провоцировать. Он начинает мне тоже, да, давать. Если он руку отпустит, отпускай лаву, она будет там, зарежет. Я не должен делать резко, я должен делать это очень плавно, да? Для того, чтобы мы чувствовали и, да, учились. Вверх, лоб, вниз, вниз. Плечо, спина, центр, поясница. Есть, да? Привет. Второе упражнение, да, то, что мы делаем. Лоб. Хорошо. Лоб. Если два упражнения сделать, получится, да, фокюхо. Когда? Итак, есть. Оп. Дышать. Эй, фокюхо, спасибо большое. Благодарю вас, что вы позволили мне с вами позаниматься. Спасибо большое. Мне было очень приятно.
Александр, да?